Ребят, всем привет! Решил показать вам, как чистить киви самыми простыми способами. Значит, смотрите, киви у меня мелкий, это, наверное, первый сорт, в общем, не высший. Значит, первый способ, самый простой, пользуюсь им я. Беру вот такой вот нож для овощей и от центра вот так вот чистим. Раз, два, три, четыре. Помните такое выражение? Иди на все четыре стороны. А теперь вот срезаем то, что осталось. Вот, и все, киви готовые. Ну и киви поняли, надо, чтобы было не мягкое такое, спелое, но которое еще тверденькое. Вот, за 2 секунды почистил. И вот эту вот нижнюю часть я никогда не срезаю, оставляю. Так, второй способ. Это мы режем киви напополам. Так, и потом вот так вот ложкой, так, не в ту сторону, по часовой, по кругу. Тут киви должно быть немного поспелее, чем мое. Вот. И видим, да, получается вот такая вот белиберда. Ну, видите, да, сильно много киви остается на шкурках. В общем, всем рекомендую, конечно, пользоваться вот таким вот ножом. Ну, либо если чувствуете, что киви у вас такое уже мягенькое, не такое твердое, как у меня, тогда можно и ложкой почистить его тоже. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.